На территории Краснодарского края, в том числе и в Славянском районе, усилены меры по предупреждению нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. С целью профилактики правонарушений на пассажирском автотранспорте в Краснодарском крае в течение года было проведено 4 этапа операции «Автобус» в марте, мае, августе и октябре. Несмотря на то, что 24 октября операция была официально завершена, работа по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями автобусов продолжается. Это связано с высокой аварийностью на дорогах с участием пассажирского автотранспорта. За 9 месяцев текущего года в Краснодарском крае было зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей автобусов, в которых 8 человек погибло, 160 получили травмы. В связи с этим сотрудники Славянской госавтоинспекции ежедневно проводят рейдовые мероприятия, направленные на профилактику и пресечение правонарушений со стороны водителей, осуществляющих пассажирские перевозки. В крае за нарушение правил дорожного движения на водителей автобусов было составлено более 10 тысяч административных протоколов. Нарушения касались перевозки пассажиров сверхустановленного количества, управления водителем автобуса без оформления разрешительных документов, нарушения водителями режима труда и отдыха, неисправности транспортного средства. Особое внимание уделялось соблюдению требований безопасности при организации и осуществлении перевозок детей к образовательным учреждениям и обратно. Контроль за техническим состоянием автобусов. Работа по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями автобусов продлится до конца года. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».